Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardTrustInfo. В данном видео я вам расскажу, как войти в режим рекавери на устройстве Infinix Note 40 Pro Plus. Для этого в первую очередь выключим наше устройство, нажмем кнопку питания и нажмем «Отключить питание». Затем одновременно нажмем кнопку увеличения громкости и кнопку питания. Отпустим кнопку питания и будем держать кнопку увеличения громкости. После этого мы будем перенаправлены в такое меню. Нажмем кнопку питания и кнопку увеличения громкости. И мы находимся в режиме рекавери. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!